Я впервые на Тур-де-Франс. Мой двоюродный брат здесь работает. Поэтому я и его навестить приехал. Ну и на туре, наконец, побывал. Ну, а как вообще дела? Не жалуюсь, все по плану идет. Завтра вот уже на четвертый сбор, в Норвегию полетим. Кстати, я слышал, что твой брат Мартен туда вообще переехал. Да, переехал. Завтра вот и увидимся. Он присоединится к команде, но в августе вернется во Францию. В сентябре ведь у него ребенок родится. Здорово. А теперь давай о велоспорте. Французы ведь знают в нем толк. Как тебе наша команда, Катюша? Этот Тур де Франс уже можно назвать успешным для Катюши. Вот Александр Кристоф, очень сильный спринтер. Жаль, что ему не удалось выиграть. Зато две победы есть у Хоакима Родригеса. Да, и посмотрите, как 15-й этап Катюша провела. Всегда впереди шла всей командой, так что на туре Катюша в порядке. Ну и твой любимый гонщик из Катюши? Да, Хоаким Родригес, Пурито. Давно за него болею, поэтому две его победы на этом туре меня очень порадовали. Ну и к тому же вы соседи. Да, он в Андорре живет, а я почти на самой границе. Ни разу, правда, его там не встречал в наших краях. Зато вот здесь, может, познакомлюсь и договоримся вместе покататься. Окей. И, конечно, мы не можем оставить Симона без подарка, раз уж он оказался рядом с автобусом Катюши. Мы приготовили ему несколько сувениров. So, Simon, it's for you. Так, смотри, Симон, это тебе, это тоже тебе. Ну и сейчас Пурито тебе на них и распишется. Thank you very much. It's a really good day for me. So, try. Так, ну и для полной коллекции осталось только сделать фотографию. В нашем стиле, как говорится. Thank you. Thank you, Илья. Todo bien? Todo bien. Sí? ¿Cómo está? Felicita Arturo. Я не говорю по-испански, но надеюсь, ты поймешь. Я твой болельщик. Ты же в Андорре живешь? Да. А я рядом, в Фон Ромео. Да-да-да, это где Шаванель? Ни разу мы, правда, не встречались, поэтому рад познакомиться с тобой здесь. Спасибо. Ну, и удачи на гонке.